И всем снова привет и снова добро пожаловать на новый ролик по монашке какашке. Я, как вы видите, еще даже не выключал игру, я как только закончил первый видос, сразу начал снимать второй. Так, ладно, мы сейчас будем искать еще один грааль. И ладно, плевать уже, что из него вылетит, мне подойдет все что угодно. А будем его искать повсюду. Так, там его нет. Да, я уже сказал, я надеюсь, что мне вылетит не ворующая крыса. Мне не нужна ворующая крыса. Где этот грааль? Может, тут где-нибудь? Нет, тут нет ни черта. На спортивной площадке тоже ни черта нет. Здесь нету. Здесь нету. Хотя я еще туда не залазил. Но мне кажется, рано. Так, давайте-ка вот в этот люк заглянем еще. Там, где должна курица ходить. Но ее пока что нету. Сначала нужно открыть голову. Только тогда появится курица. Нет, здесь тоже пусто. И граалем тут и не пахнет. А может, он наверху появился опять? Кто его знает? Нет, его наверху нифига нету. Так, а здесь? О, здесь он. Так. Несем его в подвал. Так, посмотрим, что же там наконец-то вылетит. Только бы это была не ворующая крыса. Новый рисунок. И нужен. Так и знал, ворующая крыса. У, япона мать. Ну ладно, берем чертеж этот, как его, жвачной пушки, и придется за этой крысой охотиться. Так. Прачечная небольшая, детей здесь все больше и больше. Поскольку я разрисовывал руки краской, мне не позволяли ни к чему притрагиваться. Я хочу сбежать. Я хочу снять эту маску, которая не позволяет мне нормально дышать. Я не хочу видеть, как эта тупая монахиня похищает все больше и больше детей. Я хочу, чтобы кто-то прочитал это. И я хочу домой. А это вот этот мальчик с глупыми руками. Как его там сказать? Ну ладно. Я в прошлый раз уже пытался эту крысу пристрелить. Никак... За ней пипец как трудно угнаться.
Вообще хрена с два, блин, подстрелишь эту чертову крысу. Так, но мне стоять. Мне сначала еще масленка нужна. Так, масленки тут нет. Так, мне что-то подсказывает, что масленка находится там. Нет, тут баночка с жвачкой появилась. Стоять. Давайте-ка сюда монашку приманим. Даже баночки со жвачками. Приманиваем сюда монашку, чтобы она дверь открыла, чтобы не пришлось лазить больше по этому, как его. Ну, вот по этому тоннелю. Эй! О, приперлась! Спасибо, что дверь открыла. Так, я не понял, так лифт уже что, смазанный, что ли? Ну-ка. А, точно, смазанный. Так. Рецепт туда закидываем и идем сразу за банкой. Вот она, баночка с жвачкой. Швыряем ее сюда. Так. О, а вот и масленка. Так, ну ладно, смажем. Там видел... Да, его... А, ну да, там же лифт не работал бы. Его все равно надо смазать. Хоть мы... Открыли его, но его ведь сначала смазать надо еще, чтобы он смог тогда двигаться вверх-вниз. Ладно, ищем теперь пистолетик и монетку. О, монетка тут. Так. Ее используем на автомат с напитками. Нам вылетела газировка. Газировку кидаем в лифт. Теперь ищем пистолет. Остался только он. Так, мне кажется, что он, скорее всего, наверху находится. Поэтому отправляемся туда. Тут сейчас крыса носиться будет. Так, ну я ее... Вон она, крыса. Вот зараза, блин. Носится тут как угорелая. Хрен ее поймаешь. Где этот пистолет? О, вот он. Все. Его в лифт. Эй. Все. Жмем на кнопочку. И лифт отвозит вот то, что мы туда положили, вниз. Так. Я мог бы пролезть, конечно, за эту дверь, но мне там делать нечего. Все, ждем, пока мне там эти дети скрафтят пушку жвачную. О, монашка дверь не закрыла. Я теперь сюда ходить могу. А мне это не надо. Все, объектов в лифте один. Вот мой жвачный пистолетик.
Пора объявлять сезон охоты на... Тут открывать сезон охоты на крыс. Крыса? Ты где? Главное, чтоб еще тут монашка не мешался. Крыса! О! Это было легко. Чё-то тут она ругается. Кусок маски. Все, попалась крыса. Давай. Вали отсюда. Да, быстренько я тут с этой крысой справился. Я, мне кажется, думал, сейчас придется поплясать с бубном, чтобы поймать эту крысу. Нет, я ошибся. Я быстро этот кусок маски отыскал. Очень быстро. Ну все. Несем его теперь на законное место. А, ну да, сблокируйте дверь, чтобы быть в безопасности. Ну-ка. Маску на место. Так, глава вору. Достижение получено. Глава ворующая крыса. Все. Следующий грааль будем искать в следующий раз. Все. На этом ролик подходит к концу. И всем до скорого.